Амир Мансур – мальчик-бабочка. У него дистрофический тип буллезного эпидермолиза. Его кожа тонкая и ранимая, как крыло бабочки. Любое неосторожное движение может ранить его кожу. Амир очень активный и любознательный мальчик. У него есть старший брат и старшая сестра. Он из многодетной и любящей семьи. Сейчас Амир пошел в детский сад на неполный день. Родители стараются сделать все возможное, чтобы он общался как можно больше с обычными детьми и был полноценным членом общества. В последнее время мальчик увлекся такой активной игрой, как футбол. Мячик для него лучшая игрушка. Но, к сожалению, Амир не может быть полноценным участником этой игры, а может быть только болельщиком. И ребенку необходимы специальные перевязочные средства. Это для него как вторая кожа. Родители, конечно, делают все возможное для того, чтобы облегчить его жизнь. Но, к сожалению, финансовая ситуация сейчас такова, что они не могут справиться без нашей совместной поддержки. Им необходима определенная сумма для закупки перевязочных средств. Давайте поможем ребенку вместе.